Ушел из жизни еще один участник Великой Отечественной войны, ветеран Иван Васенин. Генерал-майор авиации в отставке было 92 года. До последнего дня он принимал активное участие в жизни городского округа. Прощание с Иваном Петровичем состоялось накануне в храме Преображения Господня. Траурную панихиду посетили родственники и друзья ветерана, а также руководство «Люберец» и представители общественных организаций. Я шестерку исправил грубовато, на четверку. То есть, чтобы я был не с 26-го года, а с 24-го года, как раз попадаю в аэроклуб. Когда началась война, Ивану Петровичу было 15 лет. Для того, чтобы отправиться защищать родину, он подделал документы, исправил в них год своего рождения. Мужественный юноша прошел всю Великую Отечественную. В 41-м оборонял небо над Москвой, а в 45-м воевал в Японии. Фашизм мы разгромили и победили. В результате величайшего патриотического настроения всего советского народа. И прежде всего, молодежи. Именно поэтому Иван Петрович посвятил всю свою жизнь патриотическому воспитанию молодежи. Передавать знания и рассказывать о прошедшем боевом пути ветеран считал своим главным призванием. Вечером 18 июня его сердце перестало биться. Люберчане говорят, что вместе с ним ушла целая эпоха. Иван Петрович являлся наставником нашей школы, наставником наших кадет. Ни одно мероприятие не обходилось без его участия. До последнего дня он фонтанировал идеями. Мне больше всего запомнилось, как на последнем субботнике он пришел и вместе с нашими ребятами принимал участие в субботнике. Когда ему задала вопрос: «Иван Петрович, а вы-то что здесь делаете?» Он засмеялся и сказал: «Я делаю все с большой любовью к кадетской школе. Я хочу, чтобы наш округ процветал». Таким он и останется в памяти тех, кто его знал и любил. Мужественным, патриотичным, общительным. Одним словом, человеком с большой душой. Луиза Ягозарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.